Для записи скринкаста в режиме прямой трансляции переходим на наш видеоканал, нажимаем на кнопку «Добавить видео» и выбираем здесь Hangout. Придумываем название для этого Hangout. Адресуем, открываем доступ. Я открыл доступ только себе, потому что это еще пока запись черновая. Получится она или нет, не знаю. Переходим в режим трансляции. Отказываемся пока от каких-либо гостей. Надо проверить, открыт ли тот экран, на котором будет у нас происходить действие, которое будем демонстрировать. Экран открыт, поэтому возвращаемся обратно. Начинаем демонстрацию экрана. Все готово. Начало трансляции. Пошел прямой эфир. Переходим на наш экран и начинаем рассказ.